НКО, не НЛО. Когда мы слышим слово НЛО, то сразу представляем себе летающую тарелку, а в ней зеленые человечки. И хотя никто их никогда не видел, все про них знают. А что мы представляем, когда слышим слово НКО? НКО – некоммерческая организация, в которой работают люди. Совсем не зеленые, а очень даже настоящие. Такие же, как мы с вами. Живут и работают они рядом с нами, только мы не всегда их видим. Люди объединяются в некоммерческие организации, чтобы вместе решать важные для всех проблемы. Например, есть НКО, которые сохраняют историю и помогают ремонтировать памятники архитектуры. Есть некоммерческие организации, которые поддерживают тяжелобольных детей и помогают людям с инвалидностью стать полноправными членами общества. Некоммерческие организации заботятся о стариках и учат пенсионеров пользоваться компьютером, ищут пропавших людей и помогают животным. А еще некоммерческие организации возрождают ремесла, развивают спорт, охраняют природу и делают еще много полезных дел. А узнать побольше про НКО можно здесь.